Здорово, человеки. Решил я, в общем-то, разбавить свой танковый сетап мемом, поэтому поприветствуйте мемный танк, диаметр орудия которого превышает его лобовую броню Су-152. Ну и сходу попадаем на самую лучшую карту этой игры. Кто так не думает, тот, наверное, не попадал на нее 10 раз подряд и еще не успел прочувствовать гениальность разработчика. Я-то, конечно, гениальность прохавал, но пока еще не понял, что я должен делать на этой карте, на этой смешной хлопушке. Прыг, прыг. Так, кто-нибудь есть. Сразу засветим преимущество этой машины, это отличная баллистика, и засветим мою криворукость, естественно, как иначе. Попробуй тут привыкни к хорошей баллистике после штурмтигров и Черчилля-Эвре. Ну, со второго раза как белка в глаз, как будто и первый раз не стрелял. Баллистика все-таки шикарнейшая. Покатаешься так денек-другой на Су-152 и на другие фугасные танки и уже не сядешь. Прикольно, блин. А, вот кто-то прохавал гениальность этой карты чуть лучше меня. За кустиком, за три, да, кумулятивом, пробивающим 300 мм, прошил меня насквозь. От носа до жопы. Так вот для чего эта карта сделана. Для прошивания с куста, с конца в конец, кумулятивом. А я-то понять не мог. Ну и хочется, конечно же, еще раз помахать ручкой разработчику за введение шведской ветки. Мы все вас очень любим. И ценим. Правда, по-своему, но все равно. Блять, ну я не успею, да? Я уже потерял, где он. А вот. Вертись, твою мать. Ну вот, что не отнять, да. Отличнейшая баллистика. И КД, не как у КВ-2, что опять-таки радует. А, вот и шисёнок. Вот так вот. Ну что, сынку, помогли тебе твои шведы? Ну, походу, я приехал. Тут что-то со всех сторон гуки, а ехать дальше страшно и непродуктивно. Но опять-таки, задумку автора карты я начинаю понимать. Лучшая карта это та, на которой не нужно никуда ехать. Что думаешь, закину? Да, конечно, закину с такой-то баллистикой. Ну, всем хорош танк, пока в него не стреляют. Но тут опять-таки, как ты яхту назовешь, так она и поплывет. Поэтому фугасный дрин с надписью «Сильный» плюс 150 к дамагу и точности. Ага. Так. Четкий в лоб и валим отсюда, благо задний ход позволяет. Хедзер. Я слиняю. Хотелось, конечно, хлопнуть хедзера, но шведов я не люблю больше, поэтому как бы да. А я-то фугасы танчу, ты видел? Это как? Это где он у меня броню-то нашел? Видимо, снаряд об эту надувную девочку ударился и отскочил. Иного объяснения у меня нет. Ага. Вон, а где нечисть хородится. Слышь, отстань. Я увернусь. Но я увернулся. От самолета-то я увернулся. Целиком и полностью. Так, вот он я, кого бомбить. Покивульф. А, бомбежка подождет. А ну-ка, иди сюда, родное сердце. Куда ты полетел? Кыс-кыс-кыс. Ну, страшно. Я все равно попаду. Во-во. И не пытайся. У меня маневренности на двоих таких, как ты, хватит. О, по-моему, у меня что-то на шести. А, не по-моему, а точно. А, и бомба не помогла, вот блин. Давай, епта, у него энергии больше. Ну, подвешусь. Ну и чё, а шо он мне сделает на своем покевульфе? Да ни хрена. Если бы их не было двое. А чё ж, мать. Помогите кто-нибудь! А, дерево! Валим, 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 валим. Ну там с пушками огонь, стреляйте в них. Да не в меня же, вашу ж мать. Ох, ёпта. Они увидели мою крутую маневренность и решили не связываться, походу. Блять, нет, все-таки решили связываться. У нас же летала целая куча союзников. Где они все теперь? А что это за прицел? А куда смотреть? Как стрелять-то, ёп... Не, ну я сражался как герой, а моя тима, как обычно, меня не прикрыла. Впрочем, ничего нового. Ну чё, поехали дальше. Эх, как давно я не видел эту надпись. Итак, чего хорошего можно сказать об этой машине? Броня у машины представлена следующим образом. 59-миллиметровая НЛД-СЛД, скажем так, с секретной накладочкой. 75-миллиметровая рубка, которая спрятана под анимешной девочкой. И 65-миллиметровая конструкция на маске.
Казалось бы, неплохо, но по итогу мы имеем задорно хрустящую вафельку, которая лопается от любого попадания, любого орудия этого БР. Ну и БРов повыше, чего уж там. И еще одним отличным недостатком этой машины является, скажем так, штугообразное размещение экипажа. Видишь эти три рыла, сидящие друг за другом? Прилетает в лоб, как раз таки за анимешную девочку, и все эти три рыла вылетают, а это мехвод, наводчик и заряжающий. Хорошо, если оставшиеся два выживут, а если нет? Да даже если выживут, до второго такого попадания уже ты не доживешь. Ну выходи. Он, походу, даже не понимает, насколько интересные приключения его тут ждут. Блин. А, ну да. Фугасы же пробивают эти заборы, кто бы мог подумать. Ладно, про броню мы поняли. Чё про пушки? Легендарная МЛ-20, которая стреляет белке в глаз с отличной баллистикой, с неплохим КД и достаточно результативно. Так, а тут кто-то жужжит. Ага, торчит он. Американская ВЛД. Вот это я, конечно, дал. А кто там построил этот дом у меня за спиной, пока я этого не видел? Хорошо, что он туповатый не поехал на меня. Вот смотри, опять-таки ситуация интересная. Пушка смещена в сторону. Он, если я выйду, увидит мою рубку. Ладно, он туповат, давай попробуем. Ну, вот и все. Ой. А он не понял, да, что он может меня уничтожить? А, да у него и с точностью-то проблема. Это ж кого я тут пытаюсь запинать? Какой-то несмышленыш. Ну уж извини, маленький, но ты не оставил мне выбора. И вообще. О боже, он хочет на нас напасть! А, кто-то нагло скрысил мою точку. Интересно, кто? А, вот он кто. Что, не попал? Ну, бывает. Что-то это... Что-то у вражеской команды какие-то проблемы с целостью. Но ничего, ведь после встречи с МЛ-20 никакой целкости у них уже не будет. Да? Базик. Окей, орудия мы оценили, а что по мобильности? А мобильность у нас тут база, по-моему, от кваса, если я не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, производили его на квасокомбинате, и почему бы не использовать перспективную базу? В общем-то, прет машинка вполне себе достопочтенно. Отстань, противный. Чё, не попал? Зато все декораторы посрывал, вот гад. Ребята, обратитесь к врачу. Окулист вам поможет. На такой имбе, в таких кустах, я бы его и не заметил, но... Хватит. Ты бы еще дольше задержку поставил. Я бы, может, еще и чаю... Да, заборчики простреливаются, и не картошка. Бу-га-га-га-га. Что-то с этой машиной не так. Видимо, оставшиеся несколько боев я буду люто насосывать. А, ну или случится вот такая вот оказия. А там с борту заходят, а там еще кто-то едет, а я тут один, а пушка не заряжена. Ну уж извините, либо там, либо тут. Ну, получилось, что там. Ну, я все равно боролся, как удав. С жирафой. Зацени этот легендарный Як-9Т, какой он красивый. С мега-секретным декоратором. С желтым бананом на синем фоне. А знаешь, что такого крутого в этом декораторе? А я тебе объясню. Для его получения нужно найти в ангаре косяк бананов. После чего потыкать в него пальцем. Аж сотню раз. А знаешь, откуда я это узнал? А мне комрады на стриме подсказали. Да-да, на том стриме, на котором ты, естественно, не был. А знаешь, как попасть на этот стрим? А там снизу будет ссылочка на телегу. Бери и переходи. А у меня тем временем патроны... А, у меня оружие заклинило. Но бесконтактный бой никто не отменял, конечно же. Это все благодаря банану. Так что цепляйся за телегу, там вся информация по роликам и эфирам, и... Ну, жду тебя на следующем стриме. Бряк. И если разработчик когда-нибудь отменит возможность садиться на брюхо, я, наверное, перестану летать на самолетиках в этой игре. Так, предлагаю поверить в то, что союзная тима и без меня затащит. Тем более она это и сделает. Я и так неплохо здесь повоевал. Пошли дальше. Я такой расфасовки точек уже давно не видел. На этой карте, правда, куда ни поедь везде. Весело. Но все равно делать крыс направление основным, это
Довольно занятный замысел. Так. Не знаю, куда я там стрелял, но самое главное, что я попал. Причем во что-то очень странное. Я по картинке даже не понял, что это такое. Видимо, опять какого-то монстра из будущего шведам вручили. Ничего нового. Вот недостаток машины, нету пулемета. Вот передо мной сейчас кустик мешает мне понять, куда стрелять, а сломать его я не могу. А пулемет декоративный не работает. Еще большое упущение, естественно. Ага. Дыкер. Предлагаю показать Максу, чей дыкер толще. Да, очень приятное КД для такого-то калибра. Это, конечно, не КД Брумбара, но все же. Все же. Блин. Уперся в этот бинокль, все равно нихера не вижу. А, ну теперь-то я буду видеть лучше, да. Вот тут я молодец. Еще один дыкер. Вас что тут за углом рожают? Мы шведов не любим. Немца я еще могу простить. Но швед... Шведа это два. Панзер. А я ведь заряжусь. А ты думал нет, а я зарядился. Как он посмел попасть мне в пушку? Она же такая маленькая. Ловкач, ловкач. Ну и приныкался он, конечно, мое почтение. Ты бы еще в красную зону выехал и оттуда стрелял. Дефектив. А, теперь я ее буду еще и заряжать. Ну, отлично. Ну, походу, это, гильзу от предыдущего снаряда расперло у меня в казне. И ее там шомполом каким-нибудь выбивали. Иначе, а зачем мне сначала чинить казну, а потом заряжать снаряд? Мой экипаж что, жить не хочет, что ли? Здрасте, приехали. О нет, в этом крысином загашнике нашелся тот, кто смог меня перекрысить. Как так? О боже мой. Сейчас я его быстренько выгоню из того куста своей бананьей силой. И вернемся на танк. Ну и каким хреном я в этом тумане кого-то должен видеть? А тем не менее вижу. Ну шо, гад, попался? Блин, у меня за спиной кто-то летит. И он явно что-то нехорошее задевает. Отстань, противный. Я все равно его уничтожу. А я начал уничтожать явно не того. О, блин. Но у меня, кстати, 37 во лбу, по-моему. На ему как-то похер. Да, пулеметчик его мощнее моей 37-миллиметровки. И все это была битва за немца Максима. Максимушка, ты бы знал, какие страсти вокруг тебя гуляют, ты бы умер уже давно. Да умирать он не собирается, зачем ему? Внезапный камбэк, потому что на земле все очевидно плохо, а я хочу поразгонять гадов, чтобы они мне не мешали, значит. А то же мочи нет. Ой, блять, War Thunder. Я его не слышал. На меня летит самолет, и я услышал его только тогда, когда он пролетел мимо меня. Какого хуя это так работает? И если у тебя есть хоть одно разумное объяснение, напиши, пожалуйста. Я тогда обязательно перестану материть разработчиков, хотя нет, не перестану. Ну чё, последний бой, да, совмещенный с подведением итогов. А как ты думал? Такой шустренький маленький ролик, чтобы твои глазки сильно не уставали, чтобы твои ушки не закручивались от моего бесконечного трындежа. Ну и тем более, это для тебя пройдет 4 боя, для меня-то их было штук, наверное, 8. Причем последний на этой же карте, только с обратной стороны, с ваншотом и улетом в ангар. Весело, блин. Кстати, не факт, что этот бой не закончится точно так же. Блин, все такое белое, аж синее, я ни хрена не вижу. Куда смотреть, кого стрелять? Да ты серьезно, он меня подбил, прикинь? А все почему? А потому что плита торчит, а пушка с другой стороны. Прикольно, прикольно. Дайте еще. 2 членов, как не бывало. Ладно, швед. Даю тебе фору, я ушел на КД, а ты... Подходи, биться будем. Теперь у меня КД примерно как у КВ-2. Я могу с тобой... Тихо. Блять, он понял. Нехорошо получилось. Очень нехорошо получилось. Ну ты меня все равно не догонишь, кусок дерьма. Я, кстати, двигатель новый выкачал. Так что да. Нас не догонят. И не пытайтесь. Нет, он пытается. Блять, у него получается. Вашу же мать! Какого хуя ты не едешь, кусок дерьма? Ну и... Ну, Су-152 просто решил... Ну, что я могу сказать? Ну, Су-152 внезапно осознал, что ему не хватает члена в организме. Что я могу с этим поделать? Да ничего. Итак, по итогам.
По итогам можно сказать, что Су-152 тупое гов... Можно сказать, что Су-152, конечно же, найдет свою нишу, потому что на фоне того же КВ-2 он куда быстрее перезаряжается, куда быстрее дергается и вообще куда быстрее. Другой вопрос, что брони на нем, по ощущениям, в разы меньше, но для человека, стоящего в кустах, наличие брони на танке не первоочередная задача, каким хуем я в него сейчас вообще не попал. Без меня добрали, подумаешь. Ой, а где твое крылышко? Нифига себе, у них тут прям колонна какая-то. Толпой на крыс позицию. Не, ребят, я с вами не согласен. С другой стороны, а кто меня спрашивать будет? Мяу. Блин, да чего же маневренный самолет? Пульков, правда, мало прям совсем. Ну, слушай, я зря его не прокачивал, отлично летало. Да, что-то я засиделся на самолете, пора бы мне уже вернуться взад. О, а это тот, кто меня наверняка вернет. Иди сюда, мой болтик. Ой, хрен знает, я, наверное, не попаду. Слушай, что за божественный пулемет стоит на этом самолете? Болта с первой пульки зажечь. А тухнуть он не планирует, да? Да, не планирует. Ладно, у меня есть другой вариант, как вернуться на землю кратчайшим маршрутом. В общем-то, Су-152 интересная альтернатива КВ-2, если тебе нужно постоять в кустах или пострелять из-за поворота. КД быстрее, маневренность выше, брони меньше. Я, правда, сейчас говорю про поздний КВ-2, что прокачиваемый я давно не выкатывал, как он себя чувствует в рандоме, не скажу. Но в остальном, машина вполне себе имеет право на существование. Ну а на этом все. Бой закончился, и я тоже. Пиши, что думаешь о машинке, о ролике, цепляйся за телегу, заходи на стримы, пиши письма и не болей.